Но здесь спрашивают по поводу генетики и что современная генетика и тому, как и что соответствует книге. Но это вопрос большой, конечно. Но понимаете, что можно говорить о генетике, если они даже не понимают элементарных мыслей, что такое живая материя? Понимаете, рассусовывать можно то, что они создают, вот сейчас вот генно-модифицированные организмы или продукты, знаете, да? Это принцип преступления, который они делают преднамеренно, нарушая гармонию генетического, они приводят к уничтожению экологической системы планеты. И приводят к тому, что, допустим, гибнут растения, животные и так далее, и вырождение идет именно планетарное. Это делается за счет того, что вмешиваются невежды, и которые к тому же еще очень далеки до понимания реальности того, что происходит. Но это делается, я думаю, не случайно, а преднамеренно, потому что именно распространение генно-модифицированных продуктов направлено на уничтожение людей. Потому что сейчас войнами особо не получается уничтожать, по некоторым причинам. Войны не могут развязать, хотя пытаются. Так как же уничтожать нужно? Вот они придумывают метод уничтожения, когда заставляют людей уничтожать сельское хозяйство, а потом предлагают, вот видите, вам жрать хочется, нечего. Вот мы вам даем генно-модифицированные продукты. Смотрите, какие хорошие, не гниют, ничего и так далее. Люди кушают, и второе-третье поколение полностью стерильными, и вымирание идет. Это генетическое оружие, и все. А к тому, что писал книги, это никакого отношения не имеет. К тому же, опять-таки, я специально вот в одной из статей, там на сайте есть, по поводу генной инженерии. Вот я просто проводил, там отдал документы, чтобы не я писал сам, а доктор медицинских наук Барбара Купина написала, полностью медицинской истории, постепенно ребенок родился без testicles, и у него от природы не было, и он все 10 лет, 12 лет своей жизни жил без этих органов. Когда обратились ко мне, я сказал, хорошо, попробуй. И вот, что я сделал? Я просто сделал, допустим, отсутствие органов определенных, они не смертельны, они несут смерть, потому что без testicles и яичек мужчина жить может, правильно? Это не сердце, не мозг, не так далее, не легкие. Вот, но уровень гормонов был минимальный. Это долгая история, там написано более подробно. Так вот, для того, чтобы его, уже живущего человека, создать отсутствующие органы, мне пришлось сначала отремонтировать все его хромосомы, потому что у него была повреждена Y-хромосома, из-за чего у него не пришло формирование нужных органов. Потом, после того, как я отремонтировал, я должен запустить процесс эволюции сначала с нулевой, с эмбрионной фазы. Но если я даже запустил, это появилось, это получится уже в растущем организме, появился эмбрионный зародыш. Мне нужно было запустить процесс скоростью больше, чем рост обычно идет. Я создал процесс, идущий скоростью больше, довел до той точки, когда биологический возраст органов тех и остальных сравнялся. Я его остановил, и они пошли вместе после этого. Уже живущий организм достроил того, чего не было. Генная инженерия, как вы думаете, если это сделал, я кое-что что понимаю в генетике? По крайней мере, современная медицина даже об этом не мечтает. Они не могут не только что в живущем организме изменить поврежденные органы или отсутствующие органы создать. Они не могут даже на уровне эмбриона, они только пытаются сейчас внедрять, вырезать кусок, это идиотизм, варварский способ, вырезать поврежденный хромосомы кусок и заменять здоровые хромосомы. Ну это маразм. Это значит, что электронным микроскопом забивать гвозди. А не пытаются, потому что и заменить и восстановить можно поврежденный хромосом без всякого вырезания и механического внедрения. Можно и на любом расстоянии сделать, если знать, как и что это такое. Вот и все. Поэтому вопрос в том, что генетика занимается ерундой в большинстве случаев, потому что вот то, что я провожу эксперимент в нашем во Франции, в Мене, источник жизни описывает это. Видите, растения не меняются, они не становятся, рога у них не вырастают у растений, они начинают хищными, не становятся. А те же растения, например, качество и возможности, которых природа никогда не могла создать. Когда можно собирать урожаи, десятки урожаев в течение года на открытом месте, на любых почвах, любые растения, тропические, экваториальные и так далее, растут в тех условиях, в которых никогда не могли расти. Вот когда правильное понимание, вот это реально, это не теоретическое разглагольство, это реальные факты, которые происходят каждый день. Вот это, думаю, действительно можно сказать. Вот действительно, если я говорю что-то, я стараюсь подтвердить, где возможно. Некоторые вещи невозможно, потому что их нельзя показать. Но вот эти вещи можно показать. Вот, пожалуйста.
Реальный процесс. Почитать, то вы видите. Вот, когда понимаешь, что такое генетика, что такое живой организм, как можно действительно, используя разум, сделать так, чтобы то, что не давало то, что нужно хорошего, допустим, то, чтобы урожай был круглый год, чтобы десятки урожая или количество урожая возросло, проблема решается, не нужно увеличить площади, и это без всякой химии, без всякой чего-то. Все абсолютно экологически чисто и здоровое. И многое, что можно добиться. Вот здесь в Москве тоже я создал такой генератор на одном предприятии, этот генератор работы по выращиванию грибов. Так вот, там стали, вот, а, допустим, те же шиитаки, грибы шиитаки, которые там выращивают, мне стали, а можно сделать так, чтобы эти грибы могли усваивать, допустим, мясо, там, сыр, хлеб и другие продукты, которые они никогда в природе не усваивали. Потому что если не усвоят, то переведут эти вещества, которые организм, белки многие организм плохо усваивает, например, при том, что человек может легко усваивать. Уникальные вещества, которые можно получить. Я говорю, хорошо, попробуем. Кое-что сделал, все это усваивается сейчас. То, что никогда не может быть в природе, не может быть, но оно может быть, если применить немножко голову и думать. Вот и все. Так что можно решить многие проблемы и с продовольствием, и здоровьем, без всякой химии, без всякой гадости. Для того, чтобы все были здоровы, и для того, чтобы не выпускать такие генно-модифицированные продукты, которые убивают всех, а выпускать продукты, которые людей делают здоровее, а не больнее. Не больными, точнее. Вот так.